как нам всем известно, без борьбы ничего не дается. Они боролись за то, чтобы укоротить рабочий день. Сегодня собралось очень много людей, чтобы мы все вместе с вами объединялись под красными знаменами. Да, остался май месяц. Мира нет. США, его сателлиты воюют во всем конце мира. Украина, Донецк, Луганск, Сирия, Ливия, Ирак, КНДР. Вот их плоды той внешней политики, которую ведут. А где труд? Труд, товарищи, стал обесценен. Нескончаемая постоянная боль, которая у нас постоянно кровоточит. Это вот проблема дольщиков, она бесконечная. Говорю, только ПРМ. Товарищи, сегодня прекрасный весенний день. Мы еще планируем менять законодательство и Российской Федерации, и Республики Татарстан, потому что вот проблемы с банками, с жильем, вообще в Российской Федерации выяснили, вот есть некие пробелы и проблемы, и мы сейчас работаем над изменением законодательства. Вот наше движение поможет нашим детям, нам смотреть наше светлое будущее. Управление МВД, прокуратуре, и особенно на чудовищное жилищно-коммунальное хозяйство, это какая-то ЗЖ. Нет, это бездействие власти. А любовь моя, небо над ними, как огнем. На веки умолкли веселые хлопцы, живых я остался один. Лети на станицу родимой, расскажи, как сына вели на расстрел. Так они одинаковы. С пионерского возраста начали плазму достигнет очень многие. Так же, как поздравляю вас. Помним программу ветхого жилья первого президента Республики Татарстан Шамиева. Те тяжелые 90-е годы, все, кто подпадал под эту программу, получал жилье бесплатно. Почему сейчас нельзя возобновить эту программу? Может, руководители этих городов чисто по Лизбинодольску сидят и на своих местах? Если они снося аварийное жилье в центре города, аварийное оно или нет, еще вопрос. Не могут договориться с застройщиками, как в советском районе города Казани, пускай ищут себе работу в другом месте.